Сегодня приготовим простейший пирог, который меня всегда здорово выручает. Запомнить рецепт элементарно просто, а продукты всегда найдутся дома. Здесь даже миксер не потребуется. Все смешали ложкой и в духовку. В миску 180 грамм муки, щепотку соли, 220 грамм манной крупы и 180 грамм сахара. Перемешиваем все эти сухие ингредиенты. Далее добавляем 100 мл подсолнечного масла, 450 мл кефира и 1 чайную ложку соды. Все хорошо вымешиваем, и тесто готово. Теперь тесто перекладываем в форму. Размер моей формы 20 на 30 сантиметров. Разравниваем равномерно тесто. Посыпаем кунжутом. И сверху выкладываем малину. Ставим выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов Цельсия на 40-50 минут. Пирог получился рассыпчатым, нежным, ароматным. Снаружи с хрустящей корочкой, а внутри очень-очень мягкий. Попробуйте, приготовьте. Желаю всем приятного аппетита!